Не все владельцы двухколесного транспорта в полном объеме соблюдают правила дорожного движения и рекомендации по безопасности. Это увеличивает риски дорожно-транспортных происшествий. Чаще всего велосипедисты на перекрестках или переходе не пересекают проезжую часть в пешем порядке. Стражи порядка ведут разъяснительную работу, особый акцент на безопасность детей и подростков. Где светофоры, там как переходите вы? Тоже слазите, рядом проводите, да? А если вот, допустим, вы едете с машины, где нет, вы проезжаете через пешеходы? Все равно слазите. Хорошо, правильно. А на велосипеде вам можно по проезжей части ездить? Ездить, правильно, с 14 лет. Важно понимать, что перекрестки – наиболее аварийно опасные участки. По итогам 5 месяцев в области зарегистрировано 99 ДТП с пострадавшими. Из них наибольшее число – 21 факт произошло по причине нарушения водителями правил проезда перекрестков. С начала летнего периода на территории области ДТП с участием велосипедов не зарегистрировано. Однако, несмотря на положительную статистику, необходимо не забывать о правилах использования велосипедов. Не допускается движение по проезжей части велосипедистов, не достигших 14-летнего возраста. Необходимо при управлении велосипедом использовать шлем, налокотники и наколенники. Также велосипедистам нельзя возить пассажиров. При езде в вечернее и ночное время настоятельно рекомендуется иметь на одежде светоотражающие элементы. Матвей Колесников при содействии пресс-службы областного департамента полиции.